Барухата Адонай Элохейну Мелех Ха-Олам, Ашер Бахарбану Миколь Хамилан Танлану Эт Торато, Барухата Адонай Нотенна Тора. Благословен Ты, Господь Бог наш, избравший нас из среди своего народа и даровавший нам Тору. Благословен Бог, даровавший Тору. Амен. Пожалуйста, присаживайтесь. Сегодняшняя глава Торы имеет очень интересное название, называется Бе-Галотха, что в переводе называется «зажигать». Это не о том, что мы должны зажигать там на дискотеках, хотя я думаю, что в свое время мы уже назажигались, да, перед тем, как прийти к Господу, каждый может вспомнить, что мы делали. Поэтому, да, мы назажигали свое время, но здесь немножечко о другом. И эта книга Бемидбар, да, это книга чисел, и она рассказывает, что же нужно зажигать. И эта глава, она на самом деле, она обширная. Эта глава начинает свое начало от зажигания светильников или лампад, ухаживания за ними, и заканчивая ропотом народа. Ну, бывает так, знаете, когда что-то не так, что-то не туда не пошло, то начинается роптание, и, как всегда, кто-то в этом виноват. Но не бывает безвиновных. Поэтому вот такая вот глава. И я хочу прочитать краткое содержание главы, и мы потом немножко поговорим. В этой главе повествуется постановление зажигания светильников или лампад, посвящение левитов и их очищение, наставление относительно Песоха, Пасхи, присутствие облака. Да, мы помним, что когда Бог вел народ Израиля, то есть ночью был огненный столб, да, а днем было облако. И вот они двигались тогда, когда это облако тоже двигалось. Потом постановление о трубах, да, я назвал трубный зов. Ну, бунт народа и бунт Мирьям и Аарона. Вот такая вот глава, то есть очень много интересного, много событий. Я бы хотел зачитать это книга чисел, 8 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моше, да, говоря, объяви Аарону и сынам ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад. Аарон так и сделал, и на передней стороне светильника зажег лампады. Его, как повелел Господь Моисею, Моше». И хочу задать такой обычный вопрос, простой вопрос и с простым ответом, да? Для чего зажигается светильник? Вы правильно подумали, для того, чтобы горел свет. Чтобы, да, чтобы уходила тьма. И для того, чтобы был свет на передней стороне светильника, где стояли хлебы с предложениями. И свет, на самом деле, то, что он имеет уникальное предназначение, это, ну, изгонять тьму. И у светильника было 6 ветвей. И его нужно было установить так, чтобы этот свет падал куда необходимо. И интересно, что священник, да, ну, левит, он не мог просто поставить его в любом месте. Ну, там, не знаю, где-то в углу поставить. Там четко была, да, рекомендация, где он должен был стоять, на каком месте, чтобы свет, он все-таки падал, да, на хлебы предложения и освещал то место, где необходимо было. И интересно, да, можно такую параллель перевести. Ишуа говорит, то, что мы являемся светом миру и соль земли. Я вчера очень сильно ощутил на себе, что такое быть соль земли. Мы с прекрасной семьей Виктора и Ольги, мы ощутили, что такое быть по-настоящему соль земли. И вот Ишуа говорит, вы свет миру. И тьма уходит в том случае, когда появляется свет. Да? И Ишуа также говорит то, что не ставит свет, да, ну, там, под стол там, или где-то там в потаенном месте, но ставит его так, чтобы люди они видели. И вот это вот интересная так, иллюстрация. Бог говорит, что каждый из нас он является светильником в Доме Господнем. И очень важно, чтобы каждый из нас он был на том месте, где поставил его Господь.
Потому что каждый из нас, он является тем светильником. И когда мы будем гореть, то будет свет. Если в какой-то области нет света, то нужно просто гореть. И то место будет освещено. Если свет погас в нашей жизни по каким-то причинам, то священник его зажжет. Интересно, книга Псалмов, Давид говорит: «Ты возжигаешь светильник мой». У нас есть священник, да, у нас есть первосвященник, это наш Господь Иешуа. Если вдруг в нашей жизни погас светильник, то Иешуа может его зажечь. Дальше, интересно, глава говорит об отделении и посвящении левитов. Я бы хотел бы ее прочитать, это 8 глава с 5 стиха. «И сказал Господь Моше, говоря: возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их, и чтобы очистить их, поступи с ними так, окропи их очистительную водою, и пусть они обреют бритвой свое тело и вымоют свои одежды, и будут чисты. И пусть возьмут тельца, хлебное приношение к нему и пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех». «И приведи левитов пред Господа, и пусть возложат сыны Израиля в руки свои на левитов. Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу». И здесь интересный момент, то, что мы видим, что на служение ставит Бог. Сам человек, он не может сам себя поставить, ну, он может, конечно, провозгласить там и так далее, но на служение ставит Бог. И чтобы получить право там, где совершалось служение Богу, для каждого, для которого они были отделены, левиты должны были пройти очищение. Для чего? Бог говорит: я свят, да, и будьте святы. Служение Господу – это не игры, это не какие-то там шуточки. Служение Господу – это огромная ответственность. И перед тем, как человек начинает служить Богу, то есть он, да, он должен быть очищен, он должен быть посвящен на это служение. И это очень важно. И левит, кто такие были левиты? Это были священники. А священник – это тот, кто представляет Бога на этой земле. И священник также является слугой. Это духовная работа и служение в жизни людей. Это учить Божьему Слову, решать духовные проблемы, возлагать руки в молитве и высвобождать Божью силу. Поэтому, ну, Писание, оно говорит, что это не просто человек, он пришел из ниоткуда, там проснулся, да, и стал на служение. Он проходит определенный этап. И Брит Хадаша, Новый Завет, он говорит, что каждый из нас, он является, да, в своем роде священником. И я знаю, что каждый из нас, он проходит какой-то этап своей жизни – обновление, очищение. Для чего? Для того, чтобы служить людям. Потому что людям нужно уметь служить. Можно служить людям, а можно навредить. Поэтому очень важно, что это важное служение. Служение Господу, оно вообще занимает очень, ну, важный аспект. И также в Новом Завете, да, Брит Хадаша, помните, апостол Павел, он к Тимофею обращается и говорит: да, кто желает там епископство, да, то есть, ну, служение людям, да, доброго дела, это хорошее дело, но епископ, он должен быть, то есть, да, служитель, он должен быть, и определенные, как бы, критерии. Поэтому очень важно, чтобы когда мы начинаем служить Богу, мы проходим определенные трудности в жизни. Дальше в этой главе говорится о наставлении о Пасхе. Была проблема людей, которые не могли праздновать Пасху. Это и были люди из израильтян по причине той, что они были нечисты из-за прикосновения к нечистым телам. И они стали наставить, что они тоже хотели бы, как бы, участвовать, да, в Песахе. И Моше и Аарон помолились Господу, и Бог им, как бы, ответил, сказал, что они имеют право праздновать только на 14-й день второго месяца. И здесь тоже интересный момент, что Бог, он всегда дает человеку шанс на восстановление. Если человек что-то сделал нехорошее, да, там, или что-то сделал нечистое, то проходит какой-то этап времени. Бог всегда дает шанс для
для восстановления. И четвертое, я бы хотел бы еще немножко затронуть бунт народа. Бунт может возникнуть в разных случаях. Недовольство, зависть. Но читая вот в этом случае, да, что бунт он возник на почве возврата в прошлое. То есть такой ностальгический бунт. И мы знаем, что бывает часто, я как бы слышу, да, то есть бывает часто там, ну, мы вспоминаем, вот как было хорошо раньше, когда-то. Как сильно Бог действовал, как сильно там Дух Святой прикасался, действовал, какие были просто сильные, потрясающие домашние группы, какое было общение, а вот сейчас такого нету. Но вы знаете, прошлое не вернуть, но будущее нужно строить. И вот на этой почве он как бы возникло такое негодование. Хотя Бог может нас вернуть в прошлое, но я думаю, что не дай Бог. И не дай Бог нам вернуться, да, в то прошлое, которое было. Поэтому очень важно смотреть, нам нужно смотреть в будущее, нам нужно строить, ну, будущее, потому что прошлое, ну, его не вернуть. Что там было, оно прошло. А будущее можно изменить. Вот. Также потом через время мы смотрим в следующей главе этот бунт, он заразителен. Это перешло на Мирьям, Аарона. Но Господь, он как бы все исправил. Бог, он все исправляет. И слава Богу, все остались живы. Поэтому давайте мы будем строить свое будущее. Давайте мы не будем давать место дьяволу. И не будем смотреть назад. Писание говорит, кто возложил свои руки на плуг и озирается назад, он неблагонадежен для Царства Божьего. Давайте мы будем смотреть вперед, идти за Господом и строить свое будущее. Амин. Иса Адонай, панавелеха, восем леха, шалом. Бешем Иешуа Машехейну, и каждый из вас скажет амен.